Всем здравствуйте, друзья, рад вас всех видеть сегодня и очень рад, что наконец-то вышел первый выпуск в серии истории PC Engine. Очень много времени, очень много работы потребовалось, чтобы написать 3 выпуска и отснять их. Всем привет, ребята, рад вас видеть. Вот, и в первую очередь хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто поддержал меня или поддерживал меня с начала марта. С начала марта, друзья, потому что вот только благодаря этому удалось все это сделать и сохранить канал, и продолжить свою работу, оплачивать аренду студии и так далее. Спасибо всем, кто поддерживал на Бусти, на Патреоне и спонсорскими подписками на стрим-канале. На этом канале не осталось ни одной спонсорской подписки. Но я все равно продолжаю постить в сообщество. Вдруг кто-то подпишется, и тогда все увидит, все бонусные материалы и так далее. Это прежде всего люди, которые попадают в титры, получают другие бонусы, попадают к нам в чат и так далее. Вышел первый выпуск истории PC Engine. Куча сил и времени было потрачено, включая сбор реквизита. Было потрачено несколько лет, а включая только вот работу над выпуском с начала написания сценария, было потрачено с марта. Вот столько времени. Но зато теперь можно выпускать каждый месяц по части спокойно. Надеюсь, все это время вас развлекали ролики на моем втором канале Pixel Devil Life. Если не знаете, подписывайтесь. Классный, качественный контент выходит. У тебя все лицо в прыщах. Ты мажешься. Где же у меня лицо-то в прыщах? У меня один порез есть на носу, который я получил в примерочной магазине, когда мерил одежду и порезался биркой. Вот. Короче. Такой вот первый комментарий я сегодня прочитал. Что хотелось бы сказать, сегодня будем играть в ранние игры для PC Engine, в те, что были в выпуске, я повыбирал еще, в целом особо выбрать было нечего из первых 2 лет жизни консоли, поэтому все игры, которые я выбрал, они все присутствовали в видео, потому что и для видео, когда просто идет какой-то закадровый текст, было не просто выбрать что-то не слишком японское, играбельное и понятное нам. Вот, и начнем с игры Kung Fu. Смешная игра с огромными спрайтами, дурацкая, но на то время тут стоит понимать, что еще 87-й год, это не тот год, когда уже на Денди, на Famicom были крутейшие игры. То есть была Castlevania, там была первая Contra, еще какие-то, Марио, само собой, но не было еще многих игр, которые вы любите. И вот такие игры все еще впечатляли, особенно с большими спрайтами. И что еще? Заканчиваю мысль о вашей поддержке. И еще раз огромное спасибо. Накопился, я же еще и в долгах после ремонта. Тем не менее, накопился какой-то запас финансовый. Для того, чтобы на пару месяцев мне еще хватило. Оплатил я студию на вторую половину 2022 года до декабря аренду. И хотелось бы прогрессировать дальше, как вы заметили в новом выпуске. Новый монтаж, съемка на рельсах, поворотный стол. Все это тоже хотелось давно привнести в Extra Life, особенно в исторические выпуски про консоли. Все это очень нужно для предметной съемки. И давно хотелось бы обновить камеру, которой я пользуюсь уже, я не знаю, сколько лет, 6, может, 7. И которая уже не особо отвечает ни моим запросам, ни желаниям. И хотелось бы расти в ту сторону. Страница Donation Alert выдает ошибку. Это может быть вполне, потому что я скопировал настройки с предыдущего стрима, они там копируются с многоточиями в конце, скорее всего, или типа того сокращенные. В общем, следующее, пока я исправляю ссылку. Следующее, что хотелось бы, это обновить камеру. Хотелось бы купить хорошую камеру с объективами, потому что у меня сейчас видеокамера, на которую нет сменных объективов, с которой я картинку вытаскиваю как могу на постпродакшене, и уже давно хотелось бы купить что-то более серьезное и снимать вам прям Документальное кино хотелось бы попробовать поснимать. Что-то подобное. Поэтому без особых надежд... Блин, у меня сейчас там слетели половина ссылок нахрен. Я сейчас их... Сейчас я войду в свой другой аккаунт и скопирую настройки по-нормальному. В общем, хотелось бы купить хорошую камеру. Я выбрал. Еще хорошо, что в последнее время покупалась какая-то реклама, поэтому будем считать, что на объектив я уже накопил, который я выбрал за 60 тысяч рублей. И вот попробуем что-то пособирать на камеру без особых надежд. Сумма большая, я не питаю каких-то иллюзий набрать сегодня на камеру, но какой-то старт можно попробовать положить. Посмотрим, как дальше будет с финансами. Я пока переключусь на эту сцену и поправлю все ссылки. Вот, ссылку на донат я уже поправил. Сейчас я поправлю все остальные ссылки. Соответственно, страничку надо обновить, наверное, чтобы она заработала. Хотя вроде YouTube уже научился подменять описание трансляции на ходу, если они правятся. Если мне не изменяет память. Но я могу ошибаться. В общем, ребят, у кого есть желание и, главное, возможность... Никогда никому не отправляйте последние свои деньги и все такое. Они вам нужнее в любом случае, чем кому-либо еще. Но если есть желание еще прокачать канал, чтобы картинка была как у нормальных крупных каналов с хорошей камерой, то вы знаете, что делать. Если нет, то и не обязательно совершенно абсолютно. Давайте я почитаю чуть-чуть чат, и мы начнем. Монтаж топ. Видео зашло, продолжай в том же духе. Бота нету на этом канале. Он должен был быть. Но на этом канале, когда я стримлю, всегда есть 1000... Вау! Спасибо большое, Кот. Спасибо, мощно. Пожалуй, чутка. Спасибо огромное. А вот почему... Это. Почему у меня бот здесь зовется Barrel Jump? А, я понял, почему. Копеечка на качественные щи в кадре, подчеркивание, циркумфлекс, не позволяй больше верхом тебя обижать. Спасибо огромное. Я подключил бота не на тот аккаунт. На аккаунт Barrel Jumper, лол. Кликнул по другому аккаунту. Вот сюда тыкаем. Russian Geek. Разрешить. Вот эту штучку копируем сюда и завершить авторизацию. Применить. Окей. Сейчас должно быть переподключение, и чат-бот должен от моего аккаунта писать, а не от чужого. У меня без обновы страниц ссылка СМИ. Это супер, это супер. Если Sony, то можно там RON 2875. Отлично стекло, я пользуюсь. Я посмотрю. Я нубас в технике съемочной. Я всегда очень долго что-то выбираю, настраиваю, потом нахожу оптимальные настройки и так на них и остаюсь. Я не эксперт, но я сейчас скажу вам, какую я камеру выбрал, и вам меня не переубедить. Привет. Я уже решил. Кидаю тебе на камеру, так как уже 7 лет тебя смотрю и хочется Спасибо поддержать. Большое. Я правильно понял, что у тебя есть работа, и если да, то какая? Нет, у меня нет работы, я уже очень много лет работаю видеоблогером. В прошлом году снял студию и занялся этим еще более серьезно. У меня 5 дней в неделю, а иногда и 6, по 8-10 часов отнимает моя работа видеоблогера. Я занимаюсь 2 каналами на постоянке, Russian Geek, на которой долго делаются видосы, но зато вот так, и канал Pixel Devil Life, где я выпускаю по 2-3-4 видоса в месяц, тоже не очень простых, и это очень много времени отнимает. Как ИП, да, оформлен. Короче, камеру я выбрал для тех, кому интересно, Panasonic Lumix GH5 Mark II. Снимать буду через монитор Atomos Ninja 5, который у меня уже давно есть. Я им пользуюсь и для съемок, и для захвата геймплея. Отличная вещь. Вложился и не пожалел. А объектив я выбрал тот же самый, от той же самой Panasonic, который 12-35 миллиметров. Честно, я не очень в этом разбираюсь, но я посмотрел много обзоров, я посоветовался с друзьями, я посмотрел сравнение. У меня есть определенные требования к камере, и именно эта камера среди всех аналогов подобных по ценам и характеристикам мне подходит больше всего. Бомбермена на этом стриме не будет. Бомбермен еще не могла выпустить Hudson, как вы слышали из ролика, на тот момент, до которого мы добрались в истории PC Engine. Бомбермен будет на следующем стриме, после следующего экстра лайва. Хороший выбор, прикупи к нему блок питания вместо АКБ, чтобы снимать отсюда. Само собой, у меня съемки длительные часто, и это да. Это вы кладете себе в карман. Спасибочки. Я в чате спрашивал уже, но расскажешь ли ты в будущих видосах о портах на PS Engine SD, как и об играх Falcom в целом? Там много интересного материала и крайне кайфовая музыка. Конкретно про ИС рассказывать не буду, ничего в этом не понимаю, а вот об играх Falcom сейчас не скажу точно, будет ли что-то еще. Спасибо огромное за такой крупный донат, надеюсь, тебя это не сильно утянуло. Спасибо большое. Начнем с игры Kung Fu, одной из первых, вообще самых первых игр для PC Engine, которую выпускали именно для того, чтобы все ахнули от размера спрайтов. Они тут реально огроменные во весь экран, но забыли сделать хорошую игру. Возможно, вы не поняли из ролика, но фишка в том, что герой здесь идет сам всегда, когда не сидит. Это очень сильно портит геймплей. Зачем как КП? Можно же самозанятым или за студией с ИП только работать. Я ИП уже много-много лет, заводил его для того, чтобы платить хоть какие-то налоги в своей жизни и рассчитывать на хоть какую-то пенсию в старости, а также для того, чтобы работать с рекламодателями, заключать договора, потому что все крупные компании работают с ИП. Тогда самозанятых не существовало как класса. Когда я заводил... сидя он не бьет! Ты сидя не бьешь! Зато ты бьешь рукой, хорошо. Блин! Это вы кладете себе в карман. Привет, Коля. Ты делал видео про Чонса Лизет Гамибо Эдванчи, а что-нибудь про Чонса Лизет Neo Geo МВС знаешь? Видел просто такую на Алиэкспресс. Интересно, лучше ее взять или на AES все же подкопить? Знаю и хочу купить, потому что я вообще советую тебе купить консолидированный МВС больше, чем AES. Проблема в том, что на Neo Geo, в принципе, так устроены игры, что ты запускаешь одну и ту же игру. То есть там ромы одинаковые в картриджах. Ты запускаешь одну игру на AES и на МВС, и игра понимает, МВС это аркадный автомат или это домашняя версия консолей. Например, в Metal Slug, ну и в многих других играх, она превращается в домашнюю версию. Если на МВС ты закидываешь монетку и продолжаешь играть, и игру реально пройти, то на домашней AES тебе дают, к примеру, не помню сколько-то контов, 5 континью, они заканчиваются, игра начинается сначала. Тебе надо задротить этот Metal Slug, сделанный для аркадных залов, так, чтобы просто знать ее супер наизусть. Она тяжелая, она под конец адская каждая часть. Поэтому я советую МВС. Я сам хочу взять ее, и я вот немного расстроился из-за этого. В AES ставят специальные биосы, чтобы менять ее на МВС, но ковырять консоль такую дорогую и сегодня редко не хочется. Давай добавлю тебе на камеру. Правда, моего доната хватит только на один транзистор на камере. Но, думаю, за пару лет накопим. Удачи тебе накопление на камеру, я сейчас тоже коплю на видеоуху. Правда, она стоит всего 38 000. Добавка на Monster Boy and the Churset Kingdom. Хорошо, Капрал Капралович, привет, спасибо большое. Для тех, кто не знает, почему я должен добавить на какую-то игру, это фишка с моего стрим-канала. Можно закинуть на игру, донаты суммируются, и так выбирается следующая игра, в которой я буду играть. Как? Приветик. Можно с тобой как-то лично связаться? Есть небольшая личная просьба. Вот это. Можно всегда мне написать на почту, но аккуратнее с личными просьбами. У меня не так много свободного времени. А то иногда пишут: приезжай ко мне на день рождения, я тебе денег заплачу. Не приеду. Короче, вернется или запал, все. На пробудившегося Линка. Лысый мужик. Адский лысый мужик. Последние ролики огненные, что экстралайф, что обзор Мишки, игры на ней. Короче, вернется ли запал. Привет, Коля. Классный контент на канале. Смотрю давно. Так в смысле вернется запал, если последние ролики огонь? Это же значит, что запал есть и никуда не девался. Ребят, я много лет делаю ролики, и, как вы видите, всегда стараюсь прогрессировать, потому что, блин, если я выбрал это делом своей жизни, своей работой, то я буду стараться становиться лучше, и пока не достигну какого-то, как минимум, личного идеала, к которому я хочу идти. Пока, если честно, я от него все еще далековато. Для этого ролика я подтянул и съемку, и монтаж, и написание текста, но все еще очень много моментов, куда хочется расти. И в том числе не хватает и денег, и времени, ну, то есть и оборудование какое-то, и нельзя вечно закапываться и делать один ролик, чтобы сделать его идеально. Я все-таки приверженец подхода, когда надо постоянно делать контент, а прогрессировать по возможности. Коля, я про рубрику может быть, я слово «короче» пропустил. А рубрика «Короче» вернется после 3-го выпуска истории PC Engine. Я сделал перерыв. У меня закончились темы, я не хотел из себя вытягивать контент и решил сделать отпуск. Мне нужна лечилка. Короче, в рекламе этой игры, которая была в ролике по японскому телевидению. Ай-яй-яй! Твою мать, птицы, сраные птицы. Было сражение с боссом девушкой. Я хотел бы до нее дойти. На мотоцикле я ездить не умею. Тихо. Ну вот, как здесь избежать и птиц, и этих монахов чертовых? Ой, зеленые пошли. Веточки. Веточки сирени. Да блин. Монах зеленый обманул меня. А подскажи, как опытный, как быть развивающимся ютубером, когда у тебя есть идеи по поводу контента, но после коронавируса в ломы что-то делать? Ну, то есть как заставить себя поднять задницу? Никак. Не хочешь — не делай. Вообще никак. Если тебе не хочется, чё мучить жопу? Приляг! Включи мой видос. Я, конечно, с иронией говорю, но, блин, Тут я не знаю, чем помочь. У меня много у самого было таких друзей, которые: ой, буду блогером. Снимали 1-2 видоса и такие: ой, это же что, надо же, получается, как будто бы работать. Творчество требует вдохновения. Ой, да фигня все это. Это все фигня. Садишься и делаешь. Берешь и делаешь. Потом, пока будешь делать, вдохновение придет в каком-то месте. Работа блогера, она очень комплексная. Ты и сценарист, ты и режиссер, ты и оператор, и осветитель, и режиссер монтажа, и ведущий, и всегда что-то будет для тебя рутиной, а что-то будет для тебя творчеством. И это все, оно имеет свойство переходить из одной формы в другую. Сегодня мне лень одно, завтра мне лень другое. Но что-то где-то у тебя станет твоим личным творчеством. Есть моды для PS1, чтобы выводить изображение под MIDI без использования переходников и конвертеров? Есть, продаются в США. Заказать будет сложно, но при желании можно. Через посредников, которые выкупают. Стоить будет дорого. Есть. Называется PS1 Digital. Гугли. Спасибо. Привет, спасибо за последний экстра лайф. История огонь получилась у японцев, как всегда, не так все просто. Спасибо большое, мой геймер. Спасибо. В этот раз очень классная получилась история до создания PC Engine. Я сам не ожидал, что столько всего Hudson сделали до создания консоли, что привело к определенным решениям в проектировании PC Engine. Те же самые карточки, которые они делали для MSX, контроллеры, которые они делали для MSX. То, что Hudson вообще сами какое-то железо сделали, прежде чем пошли в NEC, для меня тоже было большой новостью. Я совершенно об этом не знал до начала написания выпуска, а когда полез копать, вообще не мог остановиться. Еще находил информацию, еще и еще. До сюда я уже... О! Отлично. Конечно, на лечилке игра не щедра. Змея. Блин, а как? А я все никак не могу... закончить историю Сеги часть 2. Не хочу, чтобы она была на 4 часа, но боюсь, где-то так и получится. Ну вот я для себя принял решение бить на части, потому что я бы с ума сошел. Такой большой проект банально держать, во-первых, в программе для монтажа. Это очень объемно и очень проблематично всегда. С таким нагромождением, которое я люблю намонтировать. А во-вторых, время на работу тоже так много убивать. Спасибо большое, Иван, на творчество и вдохновение. Спасибо. К удачному стриму, суперканал. Спасибо большое. Блин. Какой-то двойной. Двойной чел. Но я сейчас не дойду до конца. Я думаю, если у тебя так... Если ты купил PC Engine на тройной на старте, и у тебя одна игра или две, то можно было ее... Ого! Как говорится, дрочить. И пройти. Но женщину я сегодня вряд ли увижу. опыт. Это... Третий босс такой же, только... Это вы загорелый себе в темноте. Привет, Коля. Спасибо тебе за твои видосы. Спасибо большое. Спасибо огромное. Тихо-тихо-тихо. Так, я жизнь же заработал. Вот это самое подлое. Куча камешков снизу. У ХП на вторую эту пошло. На вторую полоску. Это если с самого начала игры задротить первый уровень и знать их наизусть, можно накопить как минимум 2 полные полоски. А теперь смею предположить, что их может быть и 3, возможно. Да... Вообще не птицы, это насекомые, похоже. Кто ветки кидает? Это босс кидает ветки. Да еб... Вообще пофигу, чем бить рукой или ногой, меняется только высота удара. Ну здорово, отец. Че, блоки ставишь? Ты блоки ставишь, мразота? Ах ты, вот этот собак, он очень больно бьет. Гораздо больнее, чем его братья. Yeah. Николай, тебе Паш Киноман еще один день детства 4 не показывал? Нет. Этот босс реально выглядит как отец, такой лысый в майке с усиками. Бонус стейдж, вау. Я как тот чел, который первый раз в жизни взял нунчаки и ударил сам себя. Абсолютно непонятно, что надо было сделать. Вот здесь босс-девушка. Интересно, он тоже 3 раза встречал? Это вы кладете. Подлый нож. Чтоб все истории заходили на ура, а не легкая работа блогера это приносила радость. Это второй, это все первый уровень был до этого. Чтобы все истории заходили на ура, а не легкая работа блогера приносила радость. Спасибо огромное, спасибо ему, геймер. У меня есть шанс дойти. Чува! Да... Да... Нож посередине, это подло. Который втыкается тебе прям в глаз, если ты присел. Ну да. Конечно, блин. А как? Ползи. Ладно. Вот она, вот она, вот она. Вот она, та из рекламы. У нее стиль кобры. Да блин, ты... Она лютая. Не понимаю, как. Кажется, это конец. Кажется, я понял, как. Она зарыдала. Время разбивать японские тарелочки. Зеленый. Вот это. Это вы кладете. Чертов зеленый. Николай, спасибо за историю серии «Числевания». Не играл в эти игры в свое время, но, вдохновившись твоими роликами, купил издание от Limited Run для Switch на полочку. Ролики очень понравились. Ждем продолжения. Спасибо. Спасибо большое. Приятно слышать. Так. Что ж, размялись. Давайте немножко посмотрим, Ката-чан, Кен-чан. Тоже довольно примитивная, но забавная игра. Давайте вот этим. Я для ролика играл первым. Ката. Поиграем Кеном. Привет, Николай, привет, чат, хорошего стрима. Привет, спасибо большое. Чё там, скажите, бот заработал? Короче, тут надо подпинывать своего соведущего. Черт. Здрасте, спасибо. Да, это из ТВ-шоу, я рассказывал об этом. Бот показывает мне количество баллов на лайв-канале, я не против. А нет для бота никакого лайв-канала. Хотя ты про стрим-канал, конечно, говоришь. У бота есть своя таблица. И он един. Водка плохо. Спасибо огромное. Nintendo. Хорошо. На новые железки, классных роликов и вдохновения. Спасибо огромное. Спасибо, я очень благодарен. Известны самые крутые игры на платформе по типу этой PC Engine, тут есть Марио и Зельда. Самые крутые игры на платформе — это всегда личное мнение каждого. Блин, тут как в Adventure Island, походу. Кончается Виталити сама. Конечно же, за... Нифига себе этот комок. Сжирает здоровье. Западные игроки, конечно же, все в одну глотку говорят, что лучшая игра для PC Engine — это Castlevania Rondo of Blood. Ага. Хотя на самом деле хороших игр для этой системы очень много. И Бомбермены, и PC Engine, он же Бонг, и всевозможные Валис. И игры Кодзимы. Мне не понравилось играть за этого парня. Не знаю, какая будет разница. Ну, что-то я даже не дошел до туда, до куда дошел, когда захватывал геймплей для выпуска. И Legendary Axe, и пинбол, который Alien Crash, и... что еще? New Adventure Island, шутэмапы, Airzong. Ах ты, тварь. Ух ты. Пропердеть этот блок не получится, судя по всему. Очень быстро пропадают фрукты. Он, походу, тем выше прыгает, чем быстрее бежит. Да, блин, какашки из блоков, это неправильно. И не поддерживаю это. слишком непредсказуемо, что в блоке будет... Блин, какашка из дерева. Откуда она там? На! А что делать? Вот как. Плохо. Супер Нинтендо. Хорошо. Вот до сюда я и доходил. Хотел купить бургер и пивка. Но лучше на благое дело. Спасибо за творчество. Очень ждем новые видосы. На девочку Мегамина, ты криончанку Уэст. Спасибо большое, спасибо. Обязательно потратить в следующий раз на бургер и пивко. Кака была наверху стены, птичка оставила. Так там вторая вывалилась. Следующая игра будет про девочку-певицу. А особо нет смысла играть в игру про девочку-певицу. Я, кстати, надеюсь, что Universal Studios, правообладатели песен про девочку-певицу, девочки-певицы, сжалятся надо мной. А как? И снимут свою эту претензию на музыкальное сопровождение выпуска и вернут мне монетизацию. Короче, я не знаю какого-то магического способа прыгать через большие пропасти. Что, надо пнуть пень? Как до этого можно было додуматься? Блин, прикольно, что они взяли систему фруктов из Adventure Island, которые не могли выпустить на PC Engine. При том, что как бы я не имею в виду, что не для игры это круто. О, пчелка Hudson. Что не для игры это круто, как механика, а как факт. Для меня лично. Я не понял, как в автомат закинуть монетку. Не, мне кажется, я до сюда доходил. Теперь. И уходит он с уровня, кстати, как в Adventure Island. Опа, ловить хейтера. Оп. Откуда у тебя монетизация вообще? Ведь санкции же все, кто смотрит не из России, в странах, где у Ютуба есть монетизация и офис, занимающийся рекламой. Во всех этих странах прокручивается реклама на всех роликах, независимо от страны. Постоянно встречаю такие недопонимания в комментах на Ютубе, где-либо у других блогеров. Так работает YouTube. Ограничения по странам, а не по региону, из которого залит ролик. Это было бы странно и тяжело, наверное, реализовать. Потому что кучу блогеров сразу бы попали случайно не в те списки. Все, кто переехал, заводил аккаунт в другой стране и так далее. Поэтому монетизация минимально процентов 15 от того, что было раньше, она существует. Плюс насрать на монетизацию. Там реально совершенно небольшие деньги. Совершенно насрать. Фишка в том, что на роликах без монетизации с красным долларом алгоритмы YouTube совершенно другие правила применяют и не рекомендуют так, как могли бы быть. Надеюсь, ответил на все ваши вопросы. Какая консоль следующая на обзор, если не считать того, что уже снял? Game Gear. Я иду по годам выхода консолей. Поэтому Я оставил выбор не себе, а историческому ходу вещей. Соответственно, я оставил только самые важные консоли. Без всяких там Bandai, Playdia и прочего. Следующий Game Gear, потом не помню. Game Gear уныленько немного. Но зато и на создание такого выпуска понадобится не так много времени. Суть, понимаете, я думаю, про PC Engine многие из вас мало чего знали и думали, что это унылая фигня, и постоянно встречаются комментарии про TurboGrafx-16 и ужасного черного плаща. Это все, что знают люди. И то благодаря АВГНу, скорее всего. Суть не в этом. Суть в том, что история каждой консоли уникальна и интересна. Неважно, сколько на консоли интересных игр, мой ролик будет про историю, а не про то, какие классные или не классные на ней игры. Даже если на консоли будут все дерьмовые игры, вам скучно было смотреть историю Virtual Boy? Сомневаюсь. Сколько этап в ру-сегменте платит за 1000 просмотров? Без понятия. Уже давно меня не интересует этот вопрос. Уже давно я... существую только благодаря спонсорской поддержке и давно уже делаю контент, который невозможно окупить любыми другими способами. Я спросил зрителей, вы хотите, чтобы я его делал? Тогда давайте попробуем с поддержкой. Если не получится, то такого контента не будет. И прошло уже с тех пор достаточно много лет. После Game Gear вышла Super Nintendo, снова про нее. Ну, конечно же, я пропущу консоли, про которые были уже ролики на этом канале, но в будущем я надеюсь все-таки попробовать вернуться к Sega Mega Drive, к SNES, к Nintendo 64 и переделать те видео. Ну и также, наконец-то, сделать историю NES и Famicom, но потом... Если пропустил, что со старой камерой не так. Старая камера старая. И давно уже не соответствует тому, что хотелось бы делать, поэтому... На развитие канала Мух Медонос. Гоблины 2 на любой платформе. Спасибо большое, с удовольствием. Постоянно... Привет, Танос, кстати. Постоянно пытаюсь улучшать контент и уже давно... У меня есть желание сменить камеру и поработать над картинкой в видосах. Потому что я снимаю на видеокамеру, уже достаточно давно купленную, не имея возможности менять объективы. И хотелось бы один раз и очень надолго купить хорошую камеру. Поэтому для всех желающих открыл сбор, что получится, то и соберем. А на объектив, как я уже говорил, я благодаря рекламе, проданной в этом экстралайве, практически, считай, и накопил. Это только камера, без объектива. Значит так, следующая игра, значит, в Makio Densetsu она называется в Японии, так она называется Legendary Axe. Можем в данном случае запустить ее английскую версию для TurboGrafx. Забавная игра, тоже из таких ранних, с первого взгляда кажется, что в ней тяжелое дубовое управление, но на самом деле эти правила игры надо принять и становится кайфово. Прикольно, необычно сделанная игра. Что скажешь об игре Dune 2 на Sega Mega Drive? Привет, играл ли ты вообще? Да, конечно, я еще в своем подростковом возрасте прошел за все три дома. Обожаю Dune 2 для Sega Mega Drive. Одна из самых любимых игр прям в сердечке. Ты слышал про очень редкий аксессуар Workboy для Game Boy? Да, конечно, я же слежу за ретро-блогерской, как минимум, сценой. Об этом трубили несколько месяцев назад все везде. На всех ресурсах и был видос. По супергероям сегодня будут игры? Нет, сегодня не будут. тут неплохая музыка. Мне очень нравится. Она прям атмосферу очень дает. Так, здесь, значит, можно прыгать, бить, бить вниз. И, кажись, это все. Не планируешь пройти Эко Долфин 2? Нет, и, честно говоря, не хочется даже. Тут очень прям с любовью так все нарисовано. Враги достаточно прикольные. Главное не бежать вперед слишком резко. Попробую не ходить вниз. Я ходил вниз, когда до этого играл. Сейчас попробую не ходить, посмотрю, что изменится. Вот что изменится. А, там можно бонусов набрать. Возможно, я ходил вниз и возвращался. Просто уже этого не помню. Обратите внимание на графическое исполнение игрушки. То, что мы называем... Ай, тут же срань-паук. Та нас закидывает полтос на рандомный реквест. Ого. Ну ладно. Я, может, пропустил, думаю, кто-нибудь спрашивал, когда будет вторая часть по PC Engine. Первая зашла прям. Я прогнозирую примерно через месяц после первой. На монтаж первой части у меня ушло примерно 2 недели. Соответственно, работая над еще вторым каналом и особо не зашиваясь, я прогнозирую примерно это время. А там может быть и раньше, и чуть позже. Посмотрим. Просто, ну, никогда же не знаешь. Ух ты, тут есть же суперка какая-то. Никогда не знаешь, пока не сел монтировать видосы. Иногда даже в середине монтажа видео ты такой: а, это вот здесь я придумал нарисовать огромную схему и анимировать ее, и чтобы все вылетало на экран с красивой анимацией. Посижу-ка я здесь целый день на этих 10 секундах. Этот босс-паук прямо из Флинстонов. А мне напомнило DuckTales первую. У PC Engine слабый звуковой чип, музыка как будто с Дэнди. PC Engine очень разнообразная консоль. Я не знаю, что сказать о дефолтном чипе в самых первых консолях, потому что я не эксперт. Тут еще и разработчики могли быть разные, по-разному писать музыку. Но вот, например, медведи... Ах вы твари! Медведи, которые взрываются. Ну вот, например, CD Add-on, который вышел всего через год после релиза консоли, уже содержал в себе совершенно другую систему звуковую для того, чтобы читать CD-аудио и воспроизводить. Соответственно, там уже в звуках, может быть, и в музыке что угодно. Это CD-аудио. Что ты запишешь, то и будет. И это было уже на второй год жизни консоли. То есть тут как тут вообще ответить на вопрос про звуковой чип PC Engine? Там несколько чипов. Golden Axe 4 на Денди. Я боюсь, это совсем другая игра. Совсем не эта игра. Это очень подлая тварь. Его просто так нельзя оставлять. Его надо обязательно убить. Иначе он вернется и вырежет всю твою семью. Тут, короче, какой-то этот... полоска стамины. И после удара она восполняется. Если ты будешь вот так постоянно бить, у тебя удар, по-моему, слабее будет, насколько я помню. И лучше бить размеренно, дожидаясь, пока оно восстановится. Ну, расчет, естественно, на то, что ты психанешь и будешь долбить по кнопке постоянно. В Мега Драйве тоже CD-качество звука было. Тут совершенно разные две концепции консоли. Как бы вам объяснить? Ну, я, в принципе, из ролика хотел сделать, чтобы вам это было понятно, но многие все равно не поймут. Изначально было задумано, что у PC Engine будет CD-аддон. А для Sega, Mega Drive и Genesis это все-таки не обязательная часть. То есть тут, конечно, можно придраться, но концептуально PC Engine изначально был задуман как консоль с играми на CD. Становится опасно. Когда планируется выпуск второй части истории PC Engine? Я надеюсь, что примерно через месяц после выхода первой, когда она там вышла. Неделю назад, полнедели назад, что-то около того. Вот. Не забывайте смотреть мой второй канал. Там выпуски... не менее интересные. Разница в том, что тут я делаю то, во что надо погружаться очень сильно. И тратить очень много времени и сил. Там я делаю то, что я могу вот взять и прямо сейчас сделать за пару дней. Блин. Когда новая косла? Все по-прежнему. Выходит Extra Life, объявляется голосование на Патреоне и Бусти за тему следующего. На данный момент, пока не выйдет три части истории PC Engine, голосования не будет. Да ёб ты обратно начинаешь, что ли, ехать? Вот это вы кладете себе в карман. Привет. Хотел спросить, чертов босс камень. В современных условиях обстоят дела с покупкой, продажей игр на зарубежных сервисах, eBay, Amazon. Резко понадобилось достать пиратов Сидмейра для Commodore 64, а в СНГ их нет. А с иностранными ресурсами я не сталкивался до сегодня. Очень тяжело. Оплатить с наших карт ничего невозможно. Единственный способ — использовать посредников, которые оказывают услуги выкупа на зарубежных площадках. Посредники сейчас забиты до того, что неделю-полторы приходится ждать, пока они выкупят, пока дойдет твоя очередь. Соответственно, на eBay этот товар могут спокойно купить, а деньги ты должен внести заранее. Я таким образом покупал Амигу Мини. Недели-полторы ждал, пока выкупят, потом она приходит на склад, там тоже огромная очередь регистрации посылок, пока ее внесут в базу и напишут тебе, что она пришла. Потом ты ставишь ее на упаковку, ждешь еще неделю-полторы. Ее упаковывают, ты оплачиваешь, тебе отправляют. Я пользовался в последний раз посредником Шопотам. Советовать вам его не буду. Не все гладко, не все классно, но если очень надо и есть много денег и много времени, то можете попробовать. Как продавать на eBay? Думаю, никак. Канал Live, который... Да, конечно, да. Какие вообще планы по темам новых видео? Будут какие-то анонсы? Нет. Зачем анонсы? Надо делать. А зачем планы? Типа, у меня сейчас в работе 2 выпуска истории PC Engine. Огромная работа проделана, и еще огромную работу надо проделать. Какие планы? Какие планы? А на лайв-канал у меня всегда миллион идей того, что снять. Всегда тысячи игр, которые хочется пройти и сделать на них обзор небольшой. Просто наступает очередная неделя, когда пора снимать ролик на лайв-канал. Садишься такой: о, вот в это сегодня буду играть, погружаться. А завтра снимать видос. Все-таки планы, они всегда тебя перегружают эмоционально. Уч. Надо какую-то спонтанность небольшую в этом во всем иметь, иначе можно перегореть очень быстро. Да. Двойные орлы. Так, все-таки в 3 частях. Да, в 3. Я же все сказал в титрах ролика. Короче, вот такая вот забавная игрушка. А тут есть конт. Давайте поиграем еще. Мне она нравится. Тем более игр не так много на сегодня запланировано. Кстати, Николай, ты в современные игры играешь? Да, у меня есть Switch, у меня есть PlayStation 5. Опять же, на моем канале Pixel Devil Life выходят и обзоры. Был обзор 2-го Horizon, который мало кто посмотрел, между прочим, потому что все от меня ждут обзоры ретро-игр. Да, а как вас побеждать, чтобы... Надо, наверное, на ранних этапах вас побеждать. Тут очень тяжело приноровиться, прыгать и бить. Потому что пока он размахнется, это надо все прочитать. Вот это. Это вы кладете себе в карман. Инвестиция в мои глаза. Спасибо большое. Спасибо, Матумба W. Птица взрывается. Зачем? Почему? Потому что взрывы — это круто. Я просто хотел взять вот эту штуку и свалить отсюда, сраный голем. Ай-яй-яй-яй-яй. У меня здоровья слишком мало. Я научился бить и присаживаться. Вот это знание, вот это я молодец. PS5 обратите сейчас кажется бесполезным игроком через PS. То, что мы называем, я от этого страдаю в меньшей степени. Танос закидывает полтос на рандомный реквест. Ого. Ого. Закинуто. Вот как плохо. Спасибочки. Хорошо. Евгений Ангрин Бондаренко, добрый вечер. Спасибо за трансляцию. Наш ининг фарчи 3 на камеру. Если на что-то одно, то Сфи подождет. Да нет, конечно, ты что, реквесты, они вне всего. Shining Force 3. Спасибо тебе большое, привет. Не пробовал последние игры от Devolver, Inscription, овца или что-то еще. Я вам честно скажу, у меня в последнее время дико не хватает времени на поиграть во что-то на Switch или PS5, особенно на PS5, потому что банально после ремонта у меня еще в той комнате, где можно играть в PS5, только телек висит на стене, ничего больше нет, особо не посидишь, ни мебели, ни хрена. Всем этим тоже надо заниматься. Сейчас я сдохну. А сейчас большой подарок всем мальчикам. А вот как его побеждать? Девочки могут на 3-4 минуты пойти погулять. Не дамажил. Идите. Чего вы сидите? Идите, гуляйте. Илья Голубев закидывает соточку на реквест. Вот, и на Switch-то особо времени нет, но я тут прошел пару игрушек недавно. Очень бесит орлы, это очень надолго, слишком растягивается. Когда будет закончен? Что, ремонт? Ремонт в апреле был закончен. Теперь надо покупать мебель. Но это, признаться честно, не сильно тороплюсь я это делать. Спать есть где есть, тоже есть где. Да, силу удара тетю надо заново собирать. То, что мы называем 8 бит. Небольшой элементик прокачки. Карамар закидывает полтос на рандомный реквест. Очень плохое место. Что вы сегодня реквестами разразились? Томба 2. Водка. Плохо. Ой, спасибо большое. Хорошо. Спасибо. Привет, Коля. Давно не был на стримах. В основном смотрю записи. Коля, давай в Бонг, это легендарная серия, собирал все игры в коллекцию лет 5. Слушай, я бы с удовольствием, но суть стримов здесь на Russian Geek в том, чтобы погружаться больше в вышедший Extra Life. Играть в игры по мотивам, понимать их лучше, видеть их больше, потому что в выпусках вы видите их по 5, 10, 15 секунд, как правило. А здесь мы можем посмотреть их подольше. И я сам могу, потому что я для этого выпуска захватывал 100 с лишним игр. И во все играл по 10-15 минут, в лучшем случае по 30, когда очень хотелось, или игра была знаковая, или надо было показать что-то, кроме начала. Вот, Бонг будет после выхода второй части истории PC Engine. Здесь его не будет. Нет, ты прочитал не то, я имел в виду, покажешь ли ты ремонт, когда он будет закончен. Но он закончен. Нет, не покажу, потому что зачем? Я же не про ремонт видео снимаю. Какие характеристики твоего ПК, на котором ты делаешь видео? Обратите внимание на графическое исполнение. Процессор Core i7 8-го поколения. 8 бит по самое здрасте. Капрал Капралович закидывает полтос на рандомный реквест. Не остановить, ребята, дайте вот поиграть. Это вы кладете себе в карман. Еще Мэдисон говорил, что летающих врагов и уровни на болотах придумали пидорасы. Ну, такой человек, как Илья, врать не будет. Спасибо за поддержку. Вот, что там еще? 32 гигабайта оперативной памяти, видеокарта RTX 3080. Ну и все. И по мелочи. Туда-сюда. Николай, привет. Сейчас смотрел стримы и ролики про Амигу. Возник вопрос, насколько близки консоль Amiga CD32 с тем, во что ты играл. Насколько я помню, консоль Amiga CD32 сделана на базе компьютера Amiga 1200. Если не прав, Википедия меня поправит. Как же победить этого голема? Понятно. Но надо просто много места. Тогда можно от него убежать. Да шкук, опять ударов тебе надо. Ну, блин, орлы и сюда прилетают. Сейчас на эмуляторе игра нет, на консоли. Жаль, двоих сразу не бьет. Да, тут, кстати, привет. Построено забавно. Редко такое бывает, что вот ты топором бьешь по двум врагам, игра выбирает одного, по которому ты ударил. В этом даже есть что-то прикольное. Хоть у меня от этого слегонца и бомбит. Но это как в жизни, понимаешь? Ух ты. Вот как только я начинаю исполнять что-нибудь вне плана, сразу отхватываю, конечно же. Блин, ну тут вообще нет места для голема. Во, эти вошли в нужный цикл и по очереди прилетать будут. Это мне подходит. Как тебе PC Engine Mini? Очень забавно, что PC Engine Mini практически такого же размера, как PC Engine. Потому что сам PC Engine очень мини. Без CD-аддонов. Список игр там довольно неплохой, если вы знакомы с консолью, именно с PC Engine. Не с TurboGrafx. Видел ее на Tokyo Game Show, вроде прикольная. Сам покупать не стал. Лучше мне героя прокачайте. О, жиза. И тупичокс. Вот это печаль. А PC Engine Mini умеет в свои ромы, если нет, то не нужно. Нет, конечно. Николай, рад видеть, когда будет распродажа став по PC Engine. Не раньше того, когда вся история выйдет, а там посмотрим. Да у срачки пугают эти бабочки. И я все-таки тупанул. Стоило так долго собирать эти алмазы. Ни хрена ты акробат. синие. Он как рыцарь из костлы, блин. По верху, по низу. Ну, я попался на это. Топоры можно отбивать. Это же многое меняет. Ах ты, тварь незацикленная. Мне всегда кидали поверху по низу, и я думал, что они будут кидать и дальше поверху по низу. А это незацикленные твари. Орел. Очень страшно было. Медведь. Влетел в пропасть, дурак. С одним хп пройду. В принципе, все паттерны этих чуваков известны. Может, конечно, там после голема не конец уровня, но я думаю, что мне надо пройти. Тварь, медведь! Тварь! Ты чё сзади подошел? Ой, как хорошо-то стало сейчас. То ли Philips CDI или Atari Jaguar, что хуже? Не знаю, это все какие-то личные предпочтения. На мой взгляд, Atari Jaguar хуже. Потому что там просто плохие игры, а на CDI плохие и смешные. Гарри Поттер и незацикленные твари. Да. Как вообще оцениваешь PC Engine относительно NES, Mega Drive и SNES? Как еще одну замечательную консоль, как и эти перечисленные. Очень жалко, что языковой барьер многое портит для игры в PC Engine. Потому что реально много классных игр, для которых нужен язык. Не-не-не. Нужна какая-то амплитуда. Да! То есть руками в такие игры нельзя играть, в которых язык нужен. Все ты о своем, конечно. Язык нужно знать, понимаешь? А не применять по прямому назначению. Они синхронизировались. У них синхронизировались циклы. А, вот видите, когда он мощный, всего 2 удара голему, а не 5, и орлу 1. Вот чего мне не хватало. Ну, собственно, это такая вот прогрессия у игры. Соответственно, в следующий раз, когда ты сядешь в нее играть, и в теории будешь играть лучше, чем в первый раз, ты уже будешь побеждать этих врагов быстрее. А если ты просрал шкалу здоровья, страдай. Прикольно. Правда, непонятно, чему я удивляюсь, если я и так вам вначале сказал, что это сила удара, и она растет. Просто я никогда не доходил до этих мест. И на всяких вот этих големах оно... Давайте еще. Ах ты, тварина. А вот сейчас я уже со шкалой появился. Игра все-таки немного милосердна со временем. Нет, в Splatterhouse сегодня тоже играть не буду. Ах ты, ну как же так? Дотянулся своей длинной, блин, рукой. Рептилоиды еще какие-то появились. Так, как мне победить этого голема? А еще лучше не побеждать его. Да, вот так. Для Extra Life ты игры проходишь на эмуляторе же с сохранениями. Помню, смотрел, как ты Контру проходил на 100%. Это жесть. Я бы с сохранениями даже так не прошел бы. Сколько терпения, красавчик. Нет, для Extra Life я прохожу игры не на эмуляторе и без сохранений, если игра не предполагает сохранения. Были редкие моменты вроде... Castlevania для Amiga, которую я проходил и на эмуляторе, и с сохранениями, потому что пройти ее это надо, я не знаю, кем быть. Но это была даже не основная игра выпуска. Ты слышал что-нибудь о портативных игровых приставках Game, Stick, Light и им подобным со встроенными ретро большими буквами почему-то играми? Если да, то к ним относишься. Как к ним относишься? Слышал, конечно. Отношусь как к хрени, которой не стоит внимания, и лучше потратиться на что-то аутентичное, что нормально воспроизводит игры, а не кое-как с задержкой и эмулирует. Не побеждать, а умереть до него. Да, так и вышло. Красный слабый, но борзый. Колян, можешь продать игры с полок, и на завод не придется идти в такой тяжкий... Блин, даже отвечать тебе не хочу, честно говоря, насколько ты полную чушь написал. Потому что буду сидеть распинаться 20 минут ради того, чтобы тебе объяснить простую вещь, которую несложно... Простые вещи, которые несложно понимать, если немножко включить извилины. Я лет 5 могу продавать вещи с полок и жить на эти деньги. Самый главный нюанс в том, что продавая свои вещи с полок, целыми днями я буду заниматься продажей своих вещей с полок. Это превратится в мою работу. Себе в карман. Больше ничем я заниматься не смогу. Не, Каждый лот сделать, сфотографировать, съездить, встретиться с покупателем или сходить на почту, отправить, удостовериться, что все в порядке. В таком количестве. Это называется продавец. Вот профессия. Спасибо, Кейпа Глоус. Нет, ну Legendary Axe игра игр. На Shining in the Darkness. Спасибо большое. Привет. Посоветуй, Паэльза, во что мне прямо сейчас поиграть на DS? Во что, во что? Castlevania Dawn of Sorrow — лучшая игра на Nintendo DS из всех игр для Nintendo DS. No! Блин, я думал, она в нужном цикле, она не в нужном. Вообще, имея Nintendo DS, можно 3 года играть в великолепные игры и не знать беды. По моему мнению, одна из лучших консолей по количеству реально охренительных игр. Очень противная первая веревка. Да почему ты каждый раз меня дамажишь, если я умею с вами справляться? Тут на... Привет, сорян, но тут напрашивается шутка про почтовый четверг, только это были бы не распаковки, а запаковки. Зато такого контента никто не делает, повторюсь, сорян. Но шутка смешная, ситуация, конечно, страшная. На 3DS нет хорошей костлы. Да и в принципе после Dawn of Sorrow нет хорошей костлы. А, вру! Dawn of Sorrow уже первая, по-моему, из 3 вышла. И Portrait of Ruin, и Order of Ecclesia — обе хорошие костлы. Наврал. Наврал, соврал. После DS-ки нет хороших костлований. Что ж, этот чертов водопад меня победил. Этот чертов водопад выиграл. Так. Вот это. Ну... Хотите, Fighting Street запущу. Колян, отличный стрим. Спасибо. К вопросу про DS. Какая лучшая игра на 3DS? Просто не самая лучшая игра, в принципе, первый Street Fighter вообще в целом. Но можно запустить, если вы хотите, как одну из 2 первых игр на CD-дисках в мире и единственную для нас более-менее играбельно. Спасибо большое, Илья. Лучшая игра на 3DS, по моему мнению, даже не знаю что. Может быть, Project X Zone 2? Для меня очень мало на 3DS отличных игр в сравнении с DS-кой, к сожалению. Сколько стоит доната залпом бутылки водки хряпнуть? Кому? Мне, что ли? Я разве похоже, что я таким занимаюсь на стримах? На Вик осла еще хорошая была после СДСовских. Ну... Зануда мод он. Ну ладно, никто особо не хочет Fighting Street, поэтому хрен с ним. Поиграем немножко в шмапчик. Dragon Spirit. Эта игра почему-то считается культовой среди именно американских игроков в TurboGrafx-16. Даже можно американскую версию выпустить. Когда будешь снимать отведенную игру про Соника на Сатурн? Не планирую снимать игру. Вот как. Плохо. Вау, спасибо большое. Хорошо. Hey, everybody, let's go downtown to the ska show. Зерия ska show, come on, let's go. На камбарике. Underground. Я один из немногих людей, кто понял, что произошло. Добавил на Тони Хокс Underground. Спасибо большое. Спасибо. Не знаю, как тебя зовут по-настоящему, но спасибо. У меня вопрос, в чем смысл покупать несколько одинаковых консолей? Например, зачем покупать себе 5 черно-белых геймбоев? Ну, у меня нет ни одного... Ну, двух одинаковых геймбоев у меня нет. Если есть, я продаю. У меня есть оригинальный. У меня есть покет с Hello Kitty. У меня есть покет без Hello Kitty. Все. И модифицированный. У меня их даже не 5, а 4 черно-белых геймбоя. Так что не знаю, о чем ты. Играем в режиме турбо. Забавный шмап, как где ты играешь за дракона, и в качестве пауэрапов у тебя вырастают дополнительные головы. Прикольное скрещивание жанра и... Ой, тут же можно вниз. Бить вниз. И Змей Горыныча. Ох, сейчас чихну. Коля, увидев надпись No Signal, расскажу анекдот на канале. Анекдот. На канале про видеомагнитофон и спросил у автора, есть ли видики с РГБ с карт. Автор промолчал, потом кто-то назвал и автора, и меня маразматиками. Что ж. Анонс чиха. Это была ложная тревога. Оп. Две башки. И они дают тебе бонус, сразу появляются враги, которые парами вылетают. Прикольно, прикольно. Ай! Задамажнулся! Ну я же собрал головы. Вот бы чат и Коля побольше, а то с телефона боль. Ничем не могу помочь, к сожалению. Ну, берись, берись-ка. Ой, какая хорошая берись-ка. Блин, синюю не взял, синюю. Чертовы перья. Синюю хочу. О, у меня яйцо. У меня яйцо. Я теперь мать драконов. Калинерис. Называйте меня Калинерис. Пожалуйста. PC Engine рожденная. О, твари какие вы, твари. Какие же вы твари, твари. А чё я не зажал так же? О, а, нельзя что ли одновременно? Нельзя одновременно турбировать так сильно в этой игре. То есть, если ты зажимаешь две кнопки, он, в принципе, медленнее стреляет обеими штуками. Ладно. Мы придержим тогда коней. Не-не-не-не-не-не-не. Ну, блин, это было очень резко. В какой игре на PC Engine лучше музыка на твой вкус? Да я не знаю, мне очень тяжело отвечать на такие вопросы. Лучшая игра, лучшая музыка. Это я что, это номинацию какую-то устраиваю? Вручение наград? Ну типа это надо сидеть, выбирать, вспоминать все игры. Сейчас я ляпну от балды и потом в более спокойной обстановке подумаю, вот я ерунду какую-то сказал. Есть же вот эта игра и вот эта и вот эта. Очень все абстрактно. Ну, конечно, Rondo of Blood очень крутая. Это. Ой, какой большой. Шея. Это вы кладете себе в карман. Привет. А почему ты с Сашкой Крапом больше не снимаешь кто кого? Он там теперь с другим челом альтернативу мутит какую-то, но из-за обилия маты и гамошуток. Смотреть неприятно. Я в этом формате выдохся и устал. И сказал, что я больше пока не могу. Выдавливать что-то из себя не хотелось, а так все в порядке. И он тоже взорвался. В Рондо есть Bloody Tears? Если есть, тогда согласен. Вот я парюсь отвечать на вопросы, что-то думать, сравнивать. У людей простые критерии. Они даже не знают, есть там Bloody Tears или нет. Но если есть, то саундтрек лучший. И насрать, как он там звучит. Сейчас вернусь, закрою окошко и вернусь. Нафиг кто кого, когда Лего Поезд 2. Вот тут ты, конечно, невнимательно смотрел канал. Лего Поезд 2 был. Я тогда еще собирался каждый Новый год снимать выпуск про Лего Поезда. Но Лего Поезда подскочили в цене, а ролики упали в просмотрах на тот момент. По-моему, так было. Посмотрел ради интереса обзор на Horizon. Во многом согласен, но если игру прям... зачищать, то начинает душнить, да и прокачка задушила. Просто я очень тащусь от Bloody Tears. Плюс от себя советую послушать кавер на стилофоне от лохматого поляка. Он офигенен, кавер, если что. Мне нравится твой стиль. Прям я после этого сообщения захотел пойти на YouTube и написать в поиск: «Лохматый поляк играет Bloody Tears». Наверняка я найду это видео. Теперь мне конец. Блин, я ни разу не вырастил три головы. Три головы. Ну, все, одна. Водка. Плохо. Супер Нинтендо. Хорошо. Коля, пересматриваю твои видосы постоянно, как и Вити Карасева. Спасибо. Спасибо большое за поддержку. Очень приятно. Очень круто. Кстати, зацените два ролика про Амигу Мини и про игры для компьютеров Амига на лайв-канале, кто не смотрел. Не совсем тематика моего канала. Поддержите инициативу. Но это тоже ретро-игры, и тоже интересные и классные. Тем более, последний ролик сегодня, который вышел, он очень ржачный. Я там такие легендарные игры откопал, что от смеха можно погибнуть. Ну нет! Я так был близок к трем головам. Подлые наземные твари. That's all. Коля, добрый вечер. Отличный залипательный выпуск про PC Engine получился. А что за тема в конце ролика на титрах? Мне никто не ответил. А вы плохо читаете комментарии. Чаще всего вы не одни спрашиваете про музыку в титрах. Я там отвечал 2 раза, и я думал, что все, кто захотят, откроют комменты и найдут. Игра называется Last Armageddon. Трек называется «Боевая тема», Battle Theme. Соответственно, вся музыка, кроме музыки в заставке. Кстати, как вам заставка? Немного передохну. Вся музыка из игр для PC Engine, преимущественно CD-игр, потому что эта музыка лучше всего подходила. Ну и, соответственно, в начале играет тема из Бомбермена, NES-овского, когда речь идет про Hudson до создания PC Engine. Знаю твою любовь к серии Тони Хокс про скейтера. Играл когда-нибудь в игры серии скейт? Да, конечно, играл, конечно. Скролл-шутеры вроде меня не особо привлекают, но я всегда тащусь с дальнего фона в таких играх. Я в целом тащусь с дальних фонов в 2D играх. У меня примерно такая же ситуация. Но на PC Engine есть пару скролл-шутеров, которые мне очень нравятся. Как вам вообще в целом то, что было в заставке, новый способ показа всяких слайд-шоу? Я учился все это делать именно для этого ролика, потому что понимал, что будет много таких материалов. И банальные статичные картинки на экране могут наскучивать. Я всегда считал это слабой стороной экстралайва. Что думаешь? А XBT Games не смотрю, честно говоря. Это какой-то, ну, водянистый контент, построенный часто на хейте. Я такой не люблю. И с точки зрения как бы профессионализма ребят тоже вопросы есть. Рестарт смотрю, Командера знаю. Мне нравится, как он подает информацию в последнее время, последний год. Мне нравится, что у него появились ролики, где он исследует определенные темы, как он заходит в ретро. Мне в основном нравится. Он молодец. Извини, я еще не успел посмотреть твой новый ролик, обязательно гляну позже. Это минус балл, минус 20 social credits. Красивые переходы в видео. Слайд-шоу круть, особенно момент, где ты сам появляешься на одном из слайдов. Спасибо. Хотя ролики про ретро куча, чем рестарт показались. Ну, блин, это не странно. Если бы у ребят было столько времени на создание видео. Я же говорю, это все благодаря вам. Такие видео, как Extra Life, невозможны без длительной работы. А на YouTube невозможно существовать, делая ролики так долго. Поэтому только с вашей поддержкой оно и получается. И очень круто, что в данный момент времени это работает и на этом держится канал. И это какое-то просто невероятное, ну не знаю, стечение обстоятельств, ваша помощь, что удалось собрать столько людей, которым это нужно. Я считаю, это какой-то даже небольшой феномен в рамках российского ютуба, и мало кому удается ощутить такую помощь, благодаря которой можно заняться вот настоящим тем творчеством, которым хочется заняться, а не на которое тебя вынуждает YouTube как платформа и общество как уже сложившееся по интересам, которые не позволят тебе сделать шаг влево, шаг вправо, копать что-то новое, интересное для тебя, а для которого которое ты постоянно должен удовлетворять тем, что оно от тебя ждет. Да еще и постоянно. Вот это слово ключевое. Постоянно, 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 постоянно. А видео, как всегда, на хорошем уровне качества, монтаж и вот это все. В целом очень хорошо. Классно у тебя видосы. Смотрю с удовольствием. Мне очень нравится. Спасибо большое. Пряхин отличный контент делает. Киноман для молодых. Почему изображение отражено по горизонтали? Нет, не отражено. Все так же, как у меня на студии. Это полка левее, чем этот угол. Все правильно. Ролик ни о чем, когда новый инсерт коин. Шучу, шучу. Ролик хороший. Автор, пиши еще. В рамках российского ютуба такого качественного контента про историю никто не выдает, кроме тебя. Ну, ты, наверное, имел в виду историю игровую, потому что есть еще просто история. Есть Парфенов, в конце концов, у которого я, на самом деле, подрезал много приемов повествовательных и визуальных. Зачем так красиво делаешь? Мы этого недостойны. Все, обещаю, в следующий раз будет хуже. Значительно хуже. Не переживай. Я сделаю все, чтобы было похуже. Надписи на кепке правильные. Ну да, да, да. Вообще у тебя контент сопоставим с ТВГ, которых весьма уважаю. ТВГ. Не знаю, кто это. Не знаю. Ладненько, поехали дальше. Поиграем в Vigilante. Прикольный битэмап. Это. Тоже смешной, тоже такой из ранних. Это вы кладете себе в карман. До изобретения каких-то формул там гарантированных для битэмапов. Очень понравилось. Тогда посоветуй по Эльзе, какую пиццу заказать. И еще спасибо за твое творчество. Я люблю пиццу с ананасами. Но если ты не любишь пиццу с ананасами, то закажи какую-нибудь мясную. Чтобы было много разных колбас, там, может, бекон, такое что-нибудь. В разных пиццериях они разные, но не с фаршем. Пора делать ремейк ролика про Nintendo 64. Ну, пока рановато, кажется, еще. Тебе тут писали, что надпись на микрофоне неправильная. Вот это. Но она кверх ногами... к вам, но она это не может быть неправильно. Себе в карман. Вопрос. Была у киномана вставочка, где ты во что-то рубишься под столом. Что это была за игра? Под столом рубился жар, а не я, во что не помню. Не знаю. Без понятия. А вдруг я забыл о чем-то, что я делал? Но я точно помню, жар у киномана под столом сидел. Был такое, это был мем. Блин, вот с этой надписью, конечно, меня заморочили. Так она кверх ногами, потому что она такая на микрофоне. Шур. Видео про игры на кассетах планируется на основном канале. Но если речь про Famicom, то да. Так, чего я там хотел? Vigilante. Давайте тоже английскую запустим. Вдруг там какой-то текст даже будет. Смешная игра. Она меня забавляет. Ну, как всегда, женщину украли. Коля, ты лучший. Спасибо, Александр, ты тоже лучший. Вы все лучшие, кроме тех, кто приходит поговнить. Вы чуть хуже. Но вы можете быть лучше. Он так смешно бьет. Ребят, дело не в крепежке к микрофону. Дело в том, что его можно подвесить, ну, типа, перевернуть, короче, вниз вот этой частью. А можно вверх, как у меня. И... А наклейка, она наклеена фиксирована. И это не важно. Это просто наклейка. Ну, так можно стоять. Но идет время. Поэтому нельзя. Это, кстати, целый поджанр битэмапов. Когда появились битэмапы, где можно ходить вверх и вниз, их стали называть 3D битэмапами. А эти игры стали называть 2D битэмапами. Я об этом тоже как-нибудь расскажу. Ну, скорее на лайв-канале, потому что там я что-то запланировал засесть в битэмапы классические и рассказать про... на примере определенных игр побольше про этот жанр. Ой. Ой. Блин, ушатали. Так. Это что такое? Постоянно продвигаться вперед. Помните, еще была каратека, кажется, тоже вполне себе ранний битэмап. Fighting Force обязательно сыграй, сам показательный 3D битэмап. Вы меня вообще не слушаете, да? Все о своем. Если говорить о моих интересах, они не столько в каких-то конкретных играх заключаются, сколько в том, как и что появлялось, и какие события привели к определенным стандартам в индустрии. Частенько это игры, в которые сегодня без боли играть не станешь, но изучив их историю, ты поймешь, почему мы сегодня имеем определенные вещи. Трехмерные битэмапы. Это, конечно, хорошо. Но что я получу, поиграв в этот Fighting Force? Ну, скорее всего, немного хороших эмоций и все. Надо было с нунчаками к тебе приходить, мужик. Да ты чё, прям на основном канале решил? Всем привет. Я читаю почему-то вчера, нет, не вру, не вчера, сегодня целый день такие комментарии в разных местах к анонсу этого стрима. Хотя уже больше года стримлю после каждого экстралайва на этом канале, просто вы не замечали эти стримы. Потом я запись удаляю и перезаливаю на стрим-канал для желающих посмотреть, как это было, чтобы не засорять канал. И после ролика про Мегамена последнего, и про Castlevania, и про Neo Geo, кажется. Везде были такие стримы на канале Russian Geek. Кстати, если интересны стримы, мои стримы я имею в виду, добро пожаловать в Telegram. Там у меня два канала, один конкретно про стримы для тех, кто не хочет пропускать стримы. Каждый стрим, которых я стараюсь вести по 3 в неделю, по возможности, когда работы не завал. В последнее время был завал. Объявляю там о стримах. Понедельник, среда, пятница в 19:00. Так. Вот этих ребяток я, кажется, не побеждал. А я и без нунчаков не хочу. Хочу с нунчаками, пожалуйста. Они смешные. Но если они окружат меня, это жопа. Блин, у них очень много хп. Блин. Все? Я хочу еще. Коль, в книжках с кодами одно время называли такой вид, как Street of Rage Gold Next TD, изометрическим, а вот 2D и 3D не встречал такого наименования. Просто привет, хочу передать. С уважением. Спасибо большое, Плой. Хочу передать. Просто привет хочу передать с уважением. Спасибо большое, спасибо. Коли на Яндекс.Дзен есть смысл поддерживать канал? Да, есть смысл смотреть на Яндекс.Дзене, если вам там удобно. Кстати, скинхеды Мадонну украли, если что. Если вы не читаете текст. Это с консоли стрим? Да, конечно, всегда стримлю с консолей. За очень редкими исключениями. Так, ну сейчас на опыте должен пройти тех челов. Душат, блин. Интересный музыкальный магазин с двумя трубами. Как это называется? Ты часто ешь? Очень часто. Каждый день. Я вот знаю киномана, любимая еда — это шашлыки. А что любит товарищ стример? Товарищ стример любит жареную картошечку. Да, я вот тоже подумал про слово тромбон, но испугался его говорить. Вдруг ошибусь, и меня захейтят музыкальные люди. Есть музыкальные люди в чате? Тварь, это же Хан Соло, блин. Пошел ты. Чертов Хан Соло, откуда ты взялся? Тебя в прошлый раз не было. Пиперум. Он из Пиперум вышел. Он, наверное, там пипел. Ну, хорош, хорош. Пустись. Хочу зажать его. Еее. Зажато. Прям главное, чтобы тебя не хейтили музыкальные люди. Это правда, музыкальные люди опасны в гневе. Говорю вам как друг Кропа. Вы уже там посрались по поводу тромбонов, френч-горнов и труб? Какие молодцы. Теперь соберите квартет. Скопанк-группу, возможно, даже. Потом будете популярными, у вас будет отличная история группы. Как появилась ваша группа? Ну, мы сидели на стриме у Кулина и посрались по поводу труб. Квартет имени... Вау! Спасибо тебе огромное! Это ты, что ли, все эти люди? Может и нет. Спасибо большое, Нудификайструм. Огромный донат. Все пойдет на видеокамеру. Спасибо большое. Дружище, приезжай в гости в Лос-Анджелес. Ага. Ага, конечно. Сейчас прям вот отличное время. Акроп на чем играет? У него есть образование. Он пекарь, он на ПК играет. Че, вы не знали, что ли? Надеюсь, вы купаете сарказм. А то для кого я шучу? Я его экраном убил. А все, сейчас я в жопе. Большой подарок всем мальчишкам. Девочки могут на 3-4 минуты пойти погулять. Идите. Чего вы сидите? Идите, гуляйте. Николай Шаповалов закидывает соточку на реквест. Видели, какие он крутит? Давай, перепрыгивай меня. Да. Я переобманул его на Devil May Cry 5, да? Пекарист, да, он пекарист. Жаль, хлеб не печет. Поддержку Коли. Кровай свои. Крян, твои стримы по Tony Hawk's Pro Skater Underground будут огненными. Да! Да! Это правильный реквест. Любимая часть Бога войны. Первая. Первая. Я хочу два... Одно хп на двоих. Да чё вы распрыгались? Да чё вы рас... Мы сейчас до конца уровня начала уйдем. Ничего себе. Ну, мужики, ну хорош. На Эйджекса похоже, мужики. Сейчас видел, как у него один пиксель здоровья восстановился. У них. Мужики. О, он сдох. И опять восстановился. Мы увидим третий уровень. Да, у меня пальцы вспотели. Как потные пальцы. Как так-то? Что? Что? Не конец? Да пошел ты, черный властелин, блин. Это скотство, я проиграл просто потому, что я думал, что это конец уровня. Во-первых, я увел их сильно налево, если бы я знал... А может, это и был конец уровня, просто я ушел от конца уровня. Отвратительно. Что ж, скинхеды опять украли Мадонну, я пошел в третий раз туда. Это нельзя так оставлять. Коля, может, тут тактика бить в прыжке то влево, то вправо. Да я пытался, Они довольно непредсказуемые на данный момент, мне так кажется. Крутит нунчаками, он, конечно, шикарно. А, как известно, как мужчина крутит нунчаками... Эмулятор развращает. Я даже в PS2 без квикстейтов не могу гонять. Это, кстати, да. У меня тоже была такая проблема с эмуляторами. Хорошо, что я с ними завязал. Смотрю, ты подзалип в эту игру. Но она классная и смешная, и нарисована прикольно. Мне еще нравится здесь прием художника. Сейчас встану на фоне стены. Обводить аутлайном, это черная линия вокруг персонажа, его только со спины и врагов. Особенно на CRT-телевизорах вот это придает объема картинки. Как будто тень сзади него находится. Смотрел документалки Стаса Асафьева. Для ютуб-блогера это уровень, мне кажется. Даже не с точки зрения автомобильной тематики, но с точки зрения истории. Например, про убийство главы Рено. Подоплек. Отвал башки. Мне, честно говоря, было не особо интересно. Ну, в принципе. То есть не потому, что он плохо рассказывает, а в принципе еще до просмотра роликов. Не особо интересно содержание, история сама. Как интересно было посмотреть, как снято, смонтировано. Да, очень круто, очень круто. Два ролика я полистал. Очень молодцы ребята. Вообще красавцы. Консола. Первый раз, когда я играл, вроде не было Хана Соло. На PC Engine есть игра из серии Куньо-кун. Да, есть футбол, есть вышибалы, есть River City Ransom. Не помню, есть ли еще что. Ну зачем я подошел в упор? Все, не, нормально. Он решил не бить меня по щам. Смотрите, прошел вообще в легкую первый уровень. Классная консолька, чувствуется, что ее делали геймеры для геймеров. Жаль, с разрабами был дефицит, потенциал был огромный, на нее можно было близко ценно переносить аркады. Да я думаю, в Японии у нее было все хорошо, нам не всегда с вами понятны эти игры, но для той аудитории, для которой они делались, я думаю, там все хорошо у них. Я вот смотрю и думаю, что-то у меня картинка сегодня отличается как-то прилично на мониторе и на захвате. И пытаюсь понять, где проблема. Почему-то именно сегодня. Не знаю. Может, и не отличается. А может, у меня монитор так настроен. Ну-ка, сек. Не, все норм. Где черный властелин? По-моему, уже пора. Вот он, родимый. Так, я пришел к ним с нунчаками. Я очень хорош, между прочим. Double Dragon 2 версия для PC Engine, любимая из портов, так вот как это портные с версией, с графонием, без лимитов врагов и с CD-музыкой. Это вы кладете, да, хороший там, в карман. Хороший. Double Dragon 2 играл. Еще соточку на новую камеру. Могу себе позволить. Не обеднею. Ролик про игры на Амиге понравился. Годс одна из любимейших моя игр была, которую я много раз перепроходил. И каждый раз какие-то новые секреты нахожу до сих пор. Но этот донат добавь не на нее, а на DMC5. Спасибо большое, Паша. Спасибо. Блин, мне сейчас было тяжело играть в Guts. Я знаю, что многие, кто играл в нее в детстве, ее очень любят, но мне было прям тяжело. Я пришел к тебе с нунчаком рассказать, что солнце встало. Неплохо. Вы поэтесса, кажется. Тварь! Мои нунчакушки! Они слились в единого Эйджекса. Да как же вас побеждать, чтобы... Они очень далеко, конечно, прыгают. А, можно же еще вот так делать. Как-то я забыл про это. Ох уж эти хитрые хитбоксы. Короче, надо использовать лайфхак. После конта можно 3 удара как минимум сделать. Ничего мне за это не будет. Да. Все. Спасибо, игра. Привет, смотрю тебя лет с 8-9, а мне уже недавно стукнуло 16. Помню рубрики про гличи и новости развлечений. Как только приходил со школы, сразу смотрел. Спасибо за твой чудесный контент и детство. Спасибо большое, очень приятно слышать такие вещи. Вот тактика, их надо ударять, когда они тебя прыгают. Кстати, еще же возможно вот так бить. Иногда это тоже неплохая тактика. Например, сейчас. Блин, классная игра, мне прям очень нравится. Вот вам и параллакс завезли, кто там просил. Вот тактика. Это да. Это я прочитал. Хан Соло. Возвращение. Блюдок. Можно мне тоже ствол? Ладно, хорошие парни не убивают. Он как будто какает. Главное зажать у фургончика босса, я понял. Тебе тут пишут, что хотят еще наших стримов по черепахам. Он перепрыгнул меня и сбежал. К сожалению, так не работает. Черепахи Shredder's Revenge уже, скорее всего, в прошлом на стримах. Прям большая очередь реквестов, людей, которые ждут другие игры и других планов. Но мы ждем коллекцию черепах. Третий босс Бибоп, как в черепашках 3 на Денде. Чисто напоминание, что ты все еще не спас Мадонну, и скинхеды отправляются в даунтаун. Какие-то странные здания без дверей. Да хорош! Чертов черный властелин. Вообще уровни очень коротенькие. Основная проблема — это босс. И найти нунчаки. Вообще было бы неплохо, если бы в этой игре было какое-то хотя бы еще оружие, кроме нунчак. Ну парочку. Какой-то чел упал. Блин. Мне кажется, это будет легкий босс. Вот это мне не понравилось. Вот как. Плохо. Супер Нинтендо. Хорошо. Спасибо большое. Главное, когда в новую камеру входить будешь. Смотри, вдруг полотенце под ноги кинут. На бабсе 3D. Здравствуй, прекрасный человек. Ну там про два стула я разбираюсь. Туда-сюда. Бабси 3D. Тварь. Ни хрена. Когда ты тусовался сверху, ты мне больше нравился. У него тупо бешеное какое-то количество здоровья. Это вы кладете себе в карман. О каких скинхейдах постоянно они говорят? Все враги максимально волосатые. А вот он. Некоторые из них даже черные. А вот он. Вот он. А скинхед это же бритоголовый. Это совершенно не обязательно что-то связанное с нацизмом. Это просто два англоязычных слова рядом. Да вообще я не знаю, это... А, возможно, английский перевод игры такой. На одном стуле Пипин яблочный, на втором Филлипс сидюшный. Куда сам играть сядешь, за что товарища посадишь. Неплохо. Я бы в Пипин поиграл, я в Пипин не играл еще вроде бы. Ни разу. Но я подумал, что мы с ним медленно уходим от выхода, и я потом смогу вернуться, но фишка в том, что закончились конты. А теперь мы поиграем во что-то более комплексное, во что я уже забыл, как играть, честно говоря. Но во что хотелось бы поиграть. Это Valis 2. Для Sega CD. Ой, Sega, да. PC Engine, CD-ROM, ROM. Вот это. Мы собрали 25% камеры. Спасибо вам огромное. Это вы кладете себе в карман. Смотрю твой канал лет с 16. Помню, как ждала выпуск про Mortal Kombat Ultimate. Insert Shoin. Спасибо. Блин, то, что девушки смотрят, это всегда очень... Почему-то отдельно приятно. И пишут, что видео классные. К этому невозможно привыкнуть, когда ты рассказываешь про такую узкую тему, и у тебя 90% мужской аудитории, может быть 85. Круто, спасибо огромное. Так, CD-ROM. Valis 2. О, есть на английском. Valis 2 вышла первой для PC Engine, несмотря на то, что здесь есть... А где она? Наверное, она по-другому называется. Несмотря на то, что там есть и первая часть, но фишка в том, что на PC Engine сначала выпустили вторую, потом третью, потом четвертую, потом перевыпустили первую, которая изначально выходила для другой платформы. Если я не ошибаюсь, это была FM Towns Marte. Компьютер. Японской. Нет, FM Towns Marte это консоль. А Valis 1 была для компьютера FM Towns. Если я ничего не путаю. В этом несложно запутаться. Самые теплые воспоминания из детства на приставке Дэнди. Игра Никетсу Както Денсетсу. Есть ли малейший шанс на экстра лайф на серию Куню-кун? Да. В голосовании на Бусти есть эта тема. Реквизит для первого выпуска про серию игр Никетсу уже собран. Не знаю, писали или нет. Зашел сейчас в YouTube с телефона на превью этого стрима Castlevania сейчас. Но это была изначальная аватарка, превьюшка стрима, настройки с которого я копировал для этого стрима. И это предыдущий стрим по мотивам Extra Life, по мотивам четвертой части истории Castlevania. Вот это. Я на нем менял аватарку, но YouTube, YouTube иногда заглючивает. Приветствую. Я твой новый подписчик. Совсем недавно наткнулся на твое творчество и разом подписался на все твои каналы. Не пропускаю ни одного видео, а также смотрю старые. Спасибо. Это особенно приятно тоже. Особенно приятно такое слышать, потому что в последние 3-4 года на канал Лы мои подписывается не так много людей в месяц, потому что я бросил идею гнаться за аудиторией. Но понятно, как это делается. Хайповые темы, регулярные видео. А я сейчас вот благодаря поддержке спонсорской вашей могу делать сложные видео и на этом канале, и на том, который требует времени. Делать про то, что мне больше всего интересно, и не запариваться по поводу всех этих дурацких алгоритмов и творчества, в котором так много лишнего. Поэтому сейчас, например, на мой лайв-канал в месяц подписывается человек 800, по-моему. На этот канал человек 400 в месяц. Это очень мало. Это типа... Я даже не знаю, соберется на этом канале когда-нибудь 500 000 или нет. Но вы есть, и... Благодаря этому можно делать контент, который был бы возможен только на канале Миллионники, наверное. Не имея таких цифр. Это круто. Ты молодец. Помогает, что ты на позитиве, когда много людей вокруг несут сплошной негатив. Спасибо. Да, спасаемся как можем. Возможно, в этой игре очень плохая озвучка на английском, но, может быть, и не в ней. Это вы кладете себе в карман. Шоп, красивая циферка была сверху там в полосочке. Оп, циферка стала красивенькая. Спасибо большое. А, вот сейчас, типа, получается ровно 25%. Прям. Даже 7 рублей лишних, 49 копеек. Спасибо большое. R-Type не было, но я и не планировал в нее играть. Я ж мапы не очень. Короче, Чуаники и Airzong. Единственные два шмапа, которые я бы поиграл на PC Engine. Не ради ролика, а ради своего удовольствия. Боги, ты что, будешь играть в мою любимую игру? Нет, в Чуаники играть не буду на стримах, посвященных экстралайву. Там будет гораздо больше интересных игр, которые мы еще не видели. Чуаники мы уже видели. Сорян. Да, мне тоже Чуаники показался слишком сложный, но вот Серега Гнус проходил, говорит. Привет, Сурала, все еще храню твой автограф, который ты дал на комикс-коне у нас. Очень нравятся твои ролики про историю игр приставок, много чего для себя узнал. Круто, привет, спасибо. Спасибо, что хранишь. Чисто музычку послушать. Вообще PC Engine CD-ROM-ROM это правильная Sega CD. Консоль, на которой очень много крутых 2D игр, спрайтовых, красивых, с анимационными вставками, с CD-музыкой. И все красиво и классно. Не-не-не, старт. Мне из шмапов понравилась игруль, где можно прям за консоль PC Engine играть и за Бомбермена, Твин Би по настроению. Да, играл. Когда готовил выпуск, играл. Не помню, как называется, но она у меня в списке игруль. Записано, там даже в скобочках написано. Можно играть за PC Engine. Я как-нибудь вставлю, наверное, во вторую или третью часть истории эту игру. Но если подвернется какой-то момент. Да, ребят, играем сейчас в английскую версию. Она, возможно, хуже озвучена, чем японская. Но возможно, я буду понимать то, что написано в игре будет. Помните этот трек из выпуска? Он так круто вписался в именно ту часть ролика. Я прям кайфанул. Эй. Что-то можно делать, но, наверное, надо для этого что-то взять. Типа такого. Или нет? Может быть, рано что-то делать. Но я что-то тут делал. Играя на японском. Вот, вверх удар. Полетели в метро. Опа, понеслась. Здравствуй, Коля, попался тут твой старый видос, где ты муравьев заводил. Они еще живут, тебя люжно? Нет, уже нет. Подустал я от них в какой-то момент. Ты видел свое упоминание на канале IGM, наверное. Да, видел. Это же, скорее всего, Антон Белый текст писал, который появлялся у меня на этом канале в ролике про Марио Карт миллион лет назад, мой старый друг. Кажется, такая скучная игра в самые первые секунды. А вот сейчас уже не кажется. Когда у тебя есть всякие штуки, и ты такой рассчитываешь каждый удар, не хочешь потерять свою защиту и свой меч. А это только начало. Опа, полоска ХП выросла. Тут даже такое есть. Что за игра? Valis 2. После просмотра Extra Life про Tony Hawk's Pro Skater 2 в рекомендациях на YouTube попался на канал SLS, подсел, спасибо большое. SLS, не приходит в голову мне сейчас ничего. Это очень подлая система спауна врагов. По сути, это тоже, как и ранэнганы, такое порождение шутэмапов, когда вместо кораблика стали использовать человеческих персонажей. Все игры же удивительным образом растут из одного места. Из понга, конечно же. Путем нехитрых манипуляций, образовывая новые жанры. Ого! Да я просто какая-то неубиваемая сейчас. Почему я второй щит не могу поставить? Мана кончилась или что? Что это? Это еще что? I am the Red Salamander Zaruga, one of Rogles's 12 generals. Come, warrior Vari, let's engage in combat. Why have you come to the world of reality? I must have your sword. Черт, было сложно, не зная паттернов, не сдохнуть. It's you, Reiko. Yugo, you've got to save the people of Vacanti. You're the only person in the universe who can do it. What do you mean? Where are you? I'm at your side, as always. What happened on Vacanti? Vacanti is now a huge battlefield. The war has turned Vacanti into an inferno. Колян, привет. Планируется ли сходка, как тогда с Крапом? У меня нет. У Крапа с его новым шоу, насколько я знаю, да. Если это действительно будет, то я туда загляну. Приходите. That is how the war started. Why does the Rogless army want my sword of Varus so badly? Блин, игра, хорош быть такой эротичной. Ой, Виталий, впереди у нас такие игры для PC Engine. Не сегодня, не на этом стриме, я имею в виду в следующих частях истории. Ну и, соответственно, в следующих стримах, наверное, по мотивам этих историй. Что эта игра покажется тебе детской прогулкой. Эх, жаль, что сейчас практически не уходит что-нибудь такого, что будто в аниме 90-х играешь. С одной стороны, да, Миша, с другой стороны, таких игр было достаточно много. Надо просто не лениться играть в них. PC Engine, PCFX. Что-то даже есть для Sega CD. Опять же, японский регион Sega CD. Компьютеры, NEC, PC, там 88. Надо копать, не бояться копать. Но, конечно, жалко, что сейчас такого не выходит. Сейчас с нынешними мощностями можно было довести это тоже до охрененчика. что стало с твоим Лего. Племянники играют, часть лежит в коробках после ремонта, не распакованная. Ой, какая красивая штука. Трипофобная тварина. Ой, какая атмосферная дрянь была. Ой, как мне здесь все нравится. Но я имею в виду, что 3D красивое, вот это все как Astral Chain, вот. А, вот что ты имеешь в виду, ну ладно. Коля, когда стрим по PSP? Не раньше, чем я замучу себе сетап PSP, которую можно подключать к плате захвата. Или кабель компонентный, или вот я недавно наткнулся на интересный в интернете скриншот. Якобы есть для PSP Go док-станция, которая выводит картинку официальная. Если это был не фейк, то, может, такую, думаю, себе взять. Там еще можно контроллер подключать. Вру, это даже был не скриншот, это был видос на ютубе. У меня просто не было времени пока его посмотреть. Просто отметил для себя, что, скорее всего, такая штука есть. Надо изучить и обязательно купить, потому что это круто. Там PSP Go подключается к док-станции, выдает видео, и можно контроллер типа от PS3, что ли, подключать. Ладно, запомнили, там пополнялка жизни, скорее всего, сверху надо спрыгивать. И в пропасть, вот тварь. Есть такая док-станция, редкая, странно, что никто аналогов не делал. Блин, круто, 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 надо купить. Чисто вот, потому что прикол. PSP Go Cradle. Блин, круто, 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 надо взять. Люблю такую дичь. Да, знаю, что есть компонентный кабель. Разрешение низкое, в смысле, ну на PSP и так оно низкое. Наверняка через этот компонентный кабель. Композит неинтересно. Так, а я где? А, я тут, неплохо. Наверняка через этот компонентный кабель... Ой, это самонаводящиеся ракеты. Как в Контре. Какие-то криво они самонаводящиеся. Короче, наверняка через этот компонентный кабель выдается такое же разрешение, которое у самого экранчика PSP. Если ниже, то вообще непонятно, зачем оно тогда кому вообще нужно. Водка. А выше оно как может быть, если игры под это разрешение делались? Так просто. Ой, спасибо большое, Майк Жары. Спасибо, 1000 рублей. Спасибо на камеру. Респект. Собираем, ребят, на камеру. Если кто-то подошел недавно и вдруг имеет возможность и желание помочь, буду рад. Если нет, вам деньги нужнее. Не парьтесь. Просто вдруг кто-то недавно подошел и... имеет возможность поучаствовать в улучшении картинки на канале. Буду вам кино снимать. Вы бы знали, как я вытягиваю картинку со своей камеры просто из так себе вообще какого-то днища. У меня уже давно на ней мониторчик так врет, что, ну, выставляешь настройки на камере, и мониторчик настолько врет на камере, что уже снимать было невозможно. Потом я обзавелся накамерным монитором, все стало значительно лучше. Потом я перешел монтировать в DaVinci Resolve, начал осваивать, во-первых, в монтажных кодеках, в ProRes стал снимать, и благодаря монитору, а не камере. Потому что он, ну, типа на жесткий диск сам монитор пишет. На SSD, точнее. Без потерь стал снимать. Картинка стала лучше. Научился цветкору в DaVinci Resolve. Картинка стала неимоверно лучше. Но все еще я все это делаю из таких исходников. Грустных. Но не жалуюсь, не жалуюсь. Просто рассказываю вам про закулисье. Ну, по ощущениям разрешения по кабелю такое же, как у самой PSP. Ну, все, а большего и не надо. Нам надо играть в игры так, как картинку выдают консоли. Нам не надо всяких эмуляторных причуд, странных апскейлов, меняющих игры. Это нам не интересно. Мы тут за историю и правдоподобность. У тебя было такое, что тебе вдруг не хочется играть в старые игры? Когда-то давным-давно было. Сейчас я совсем по-другому к этому отношусь. Это часть меня. Кстати, я освободил свой старый NAS. Там 8 гигабайт RAM и маленький SSD. Хватит, чтобы поставить Linux и настроить NAS с программным RAID. Вот только надо ли оно тебе, я бы отправил. Не, сам NAS мне не нужен. Я просто кину его на дальнюю полку и не займусь им, я уверен. Поэтому сам по себе... Лучше найти того, кому он пригодится. У меня просто нет особого желания именно этим заниматься для улучшения как бы своего нынешнего оборудования на студии. И при этом есть куча другого, чем я очень хочу заняться. Поэтому я знаю себя, я... Закину подальше и забуду, и железка будет просто впустую валяться. А, это молния, которая убивает всех на экране, видимо. Ну, или дамажит. Будешь делать обзорчик на Smash Bros. 64? Думаю, что нет. Я по этой причине и спросил, уважаю честный ответ. SPGO есть в коллекции? Нет, у меня только 1000-я версия, в которую я играл в своем подростковом возрасте. И, кажется, 3000-я, если я не ошибаюсь, да, которую мне прислал недавно совсем подписчик. Она попадет в коллекцию, ой, в распаковку следующую. Я еще не открывал ее. Вообще надо все PSP-хи собрать. Это тоже важная часть для канала и для моего развития как для понимания Sony. Как компании, ее жизненного пути и так далее. Блин, классно, что сегодня засели немножко поиграть в эту игру, потому что вот такенный у меня был там список игр для истории PC Engine, для 3 частей. В Valis я дошел до середины 2-го уровня. И такой, все, надо двигаться дальше. Я уверен, что мне этого хватит для ролика, для демонстрации. А так хочется поиграть еще. А еще есть Valis 3, Valis 4, переизданная первая часть. Это ты настолько прокачался или игра простая? Ну, на данный момент я бы сказал, что она не очень сложная. Но пару раз мне тут повезло. Вообще, спасибо всем, кто когда-либо присылал свои консоли, отдавал фонд нашего барахла для выпусков. Вам респект. В том числе и история PC Engine началась с подарка. Иногда ты что-то проходит мимо тебя, и ты даже не заботишься о том, чтобы увлечься этим, не придаешь этому значению, а потом у тебя появляется железка. Ты начинаешь смотреть про нее видосы, читать про нее статьи. Постепенно она обретает в твоей голове какое-то место. Ты все чаще замечаешь про нее, там, не знаю, твиты в Твиттере, появление книг про нее, продажи. И у тебя, у меня, я имею в виду, что-то в голове начинает дзынькать. Коля так и не ответил про особый предплудок к Энджину. Так я, наверное, не прочитал комментарий. Я же не могу прочитать каждый комментарий. Я тогда играть не буду. А я сейчас буду с турбо-кнопкой играть. Вот на среднем лучше всего. Какая женщина. Это игра с Ю-карт или с CD-ROM-ROM? Это игра с CD-ROM-ROM, но на сегодняшнем стриме я играю с флеш-картриджа, который на самом деле не картридж, а целое отдельное устройство на FPGA. И при наличии PC Engine, TurboGrafx или TurboGrafx 2, она позволяет, или SuperGrafx, позволяет играть в CD-игры, не имея CD-аддона, а выбирая игры с флешки. То есть, по сути, эмулирует CD-ROM аддон на плисе, на плате. Это и есть Valis 2. Какая игра простая, но чертовски интересная, правда? В эту я не играл, я проходил на Sega, естественно, две части. Не помню, проходил ли на SNES, но играл точно, но она там не такая интересная, как на Sega. Играем с флеш-приблуды, во-первых, потому что это удобно менять игры на стриме быстро. Во-вторых, потому что у меня не все игры есть на физике. Конечно же. В-третьих, потому что у этой приблуды, помимо возможности проигрывать игры, есть RGB Out. Кажется, это все причины. Стоит ли мне купить китайскую консоль за 1200 рублей? Нет, не стоит, скорее всего. Во что в последнее время для себя играешь, не для роликов? В последнее время для себя не играю. Последнее, что прошел, Untitled Goose Game, да и то для ролика. Зашиваюсь, ребят, вот с тех пор, как ремонт затянулся, а это было в ноябре, я зашиваюсь просто капитально. Постоянно живу в ощущении потерянного времени, не сделанных дел. Вот это я запланировал сделать раньше и до сих пор не сделал. Надо ускориться, надо что-то делать, надо посидеть, поработать допоздна и завтра пораньше встать и снова на работу. Вот так я работаю видеоблогером. Вот так я плохо работаю с собственным тайм-менеджментом и зашиваюсь. На самом деле с этим надо что-то делать, но я себе уже пообещал сделать 3 части истории PC Engine, до этого момента о каких-то послаблениях не думать. Потому что не круто, когда столько месяцев люди ждут ролики на Russian Geek, они не выходят. Люди пишут: жаль, ты забросил свой основной канал, а я все это время работаю над видео для него. Надо что-то все-таки менять, чтобы и у людей не было такого ощущения, и у меня не было таких мук совести постоянных, которые меня когда-нибудь добьют. Когда-нибудь я нахрен выгорю, если буду так делать. И вообще круто, я проиграл ремонт. Блин, сочувствую. Она еще мяукает так, когда ударяется. Блин, этот чел, конечно, много нервов у меня попил. Кажется, перепрыгнуть. Сейчас будем безопасно тебя побеждать, чел. Ага, я понял. Не получилось. Свой PC Engine Duo чинил, была проблема сначала в CD-музыке, потом в CD-звуке, да, они идут с разными усилителями. Конденсаторы, наверное. Однако, Коля, желаю тебе удачи, успеха, зашивайся и радуй не только зрителей, но самое главное себя, чтобы не страдать от ощущения потерянного времени. Целую. Может, не зашивайся? Можно мне не зашиваться? Спасибо. Что про Тони Хока? Да, ребят, вы постоянно вот забрасываете этими вопросами. Ну, что мне вам ответить? Надеюсь, рано или поздно. Как только, так сразу. Когда-нибудь. А куда дальше мне? Там точно был тупик? Я просто не понял, что значит «зашивайся». Я говорю, я зашиваюсь на работе. Это значит, может быть, ты типа из каких-нибудь дальних земель. Это значит... Беру на себя слишком многое и не успеваю делать все, что запланировал. Прямо на Contra таки все, не будут рассматриваться какие-нибудь порты старых частей на холодильник. Так все было рассмотрено вплоть до мелочей. Вплоть до мобильных игр и портов на старые компы. Единственного обзора, которого не было, это на первую часть Контра. А тогда сделают новую Контру. Тогда и поговорим. Очень гадская система, что платформы и лифты порой спавнятся только после убийства мобов. Ну, а как же? Это норм. Нет, новый эмуль для привода Dreamcast я еще не купил. Когда новый выпуск, то кого? Примерно никогда. Конечно, я планирую продолжать серию историю Castlevania. Вообще не... Если вышло 2 выпуска, так скажем, а то вы меня сейчас предъявите за Соника, которого я не собираюсь продолжать. Если написано часть 1, часть 2, это значит, что я планирую делать историю серии до конца. Но это не быстро. Потому что быстро можно сойти с ума, а я уже почти сошел. На самом деле у меня на данный момент не куплена Symphony of the Night, которую обязательно надо купить. Я бы еще с удовольствием SNES-овскую купил, Dracula X. Или как она называется там, Castlevania X. Но что-то там цены под 30-ку. Тысяч рублей. Очень жаль, что примерно никогда кто кого шикарно. Вы не под правильным углом смотрите. Именно потому, что кто кого шикарно, больше никогда оно не выйдет. Потому что то, что вышло бы следующим, было бы не шикарно. Потому что я устал от программы, понимаете? Именно поэтому она бы больше не стала шикарной. Попробуйте подумать с точки зрения создателя программы. Поэтому ее и не будет, потому что не получится у меня. Да как можно рядом с тобой сесть и не задамажиться, если ты так быстро начинаешь стрелять, и приготовиться невозможно. Тупой страшный чел. Ладно, ребятки, уже 21:58. Сейчас я попробую победить этого чувака. Геймбой микро, да, я починил. Что там было? Там кнопки залипали и, по-моему, экранчики я менял. Да как тут выживать, чел? Слава турбо кнопки. Официальный турбо кнопки. А в таком смысле уйти на заре популярности типа. Да фишка не в том, что на заре популярности уйти. Такой цели нет. Просто программа для меня закончилась. Я закончился в этой программе. Возможно, я захотел делать более серьезный контент. Возможно, я устал шутить. Возможно, я устал от формата. Но я понял, что я сейчас не хочу. И я себе не собираюсь выкапывать мозг вот так вот ложечкой. Почему так? Что случилось? Заставлять себя это делать. Нет, все, едем дальше. Все нормально, все классно. Не это. Не ноем. Есть прекрасных, сколько там, 4 сезона. Ладно, ребята. Нет, розыгрыша не будет. Розыгрыш кредитов — это у нас на стрим-канале. Приходите туда. А сейчас здесь мы занимаемся другими вещами. Мальчишкам. Девочки могут на 3-4 минуты пойти погулять. Идите. Чего вы сидите? Идите, гуляйте. Если бы не Vigilante, Николай Шаповалов закидывает соточку на репест, которую было на самом деле весело играть, я ни о чем не жалею. Можно было бы увидеть чуть больше Валиса 2. Какой левел дизайн. Это что еще за наркомания? Кстати, броня опять поменялась. Ладно, друзья. С удовольствием сидел бы с вами еще и еще, но мне пора. Семья ждет. Спасибо вам большое за, еще раз, за ожидание PC Engine, истории PC Engine, за поддержку в течение этого периода. Помните, что если бы не вы, всего этого давно бы уже не было. И очень круто, что у нас пока получается продолжать делать все это. Спасибо вам. Спасибо, что на четверть камеры набрали. Это тоже очень круто. За это прям положу в копилочку. Положу в копилочку и постараюсь накопить и сделать новую картинку в следующих экстралайвах. Ну и, естественно, на втором канале тоже, который я использую как свой полигон для тестов, где я и буду учиться снимать на нее рано или поздно, если все получится. Всем спасибо, до новых встреч, увидимся. И, как обычно, этот стрим уже скоро, уже завтра будет удален с канала и перезалит в качестве записи на мой канал Pixel Devil Стримы, чтобы здесь не мешаться остальным видео. Всем спасибо, всем пока.